На Ямале долгожданная жара. По-настоящему летняя погода связана с антициклоном, который пришел на территорию округа с европейской части страны на север. По прогнозам синоптиков, такая погода продлится весь июль. В среднем температура воздуха днем составит плюс 23, плюс 28, в ночные часы плюс 12, плюс 17 градусов. В эти дни в тундре зацвела брусника. По народным приметам, если июль сухой и жаркий, то грибов в лесу будет много. Это значит, что Ямальцев ждет урожайный год на лесные дикоросы.